Они не принесли мне конфеты. Потом, когда они мне не принесли конфеты. А мы на тренировку идем. Отведу тебя на тренировочку. Сама в магазин пойду. Вот. А я уже вторую ночь вот засыпаю в 11, просыпаюсь в 2 часа. А почему не было настроения, скажу вам. Я зашла в комментарии, прочитала комментарий один. Собственно говоря, сейчас я высказалась, мне легче стало. И теперь я могу просто теперь уже успокоиться. Всем доброе утро, девочки мои. На улице плюс 2 градуса. Прохладненько. Выходной день. Пасмурно у нас. Что-то прям такая вот погода. И снега нету. Обещали дождь со снегом вчера. Ну, дождик немножко был, снега не было. Ну, сегодня нету пока ничего. А я жду с минуты на минуту внучку. Настюшка должна уже вот-вот подойти. Сегодня я отвожу ее на тренировку, но с тренировки ее забирает Наташа. А перед тренировкой надо будет нам покушать. Ну, она часа 2, наверное, у меня побудет, и потом уже пойдем на улицу. Бррр, как-то так высунула нос туда, что-то так прохладненько, как-то неуютно там. А, девочки, хочу вам напомнить в предыдущем видео, но в конце видео, если кто не видел, хочу вам сказать, я готовлюсь, хочу снять видео «Вопросы и ответы». Если у кого-то есть вопросы, задавайте под этим видео. Если под тем видео вы не написали, значит, под этим видео напишите, какие у вас есть вопросы, чтобы у нас получилось полноценное видео. Вопросы и ответы. Соскучилась за таким видео, хочу его снять. Ну, а что сегодня я еще буду делать, я еще не знаю, еще ничего не придумала. Настя придет, будет видно. Может быть, она вам расскажет что-нибудь, а может и нет. Вот. Ну, заскочу в магазин, конечно, раз уж я выхожу, заскочу в магазин, посмотрим, что-нибудь купим там. Ну и дальше будет видно, что будем снимать. Всем привет! Давно не виделись. Сейчас я у бабушки дома, я сейчас пришла. И, кстати, мне один одногруппник из садика подарил, вы знаете что? Папа, ну, то есть, вот такой вот. Смотрите. Он сказал, что там у них столько много вот таких вот браслетиков. И вот он мне как бы решил, подарил. Но сначала он подарил одной девочке Малике, а потом ему мне подарил. Ну вот так. Какие новости у тебя еще? Расскажи, что новенького в твоей молодой жизни? Сейчас подумаю. О, кстати, мы либо в воскресенье, либо в субботу, вот сейчас суббота, я не знаю, когда, в среду у нас будет утренник. То есть утренник новогодний. Там я буду царевной. Ух ты! И вот, но только не я, там еще девочки есть царевны. И вот вы решили воскресенье купить, ну, посмотреть платье, может быть, какое-нибудь купить, я не знаю, пометь. Красивая, да? Да. Ну, мы мамой, с мамой иногда в телефоне ее смотрим. Смотрим, В интернет-магазине, да, смотрите? ну там вот где надо, то есть где надо, Ну, ну там выбирать может быть магазин. заказывать, может быть выбирать. А мы просто смотрим всякие платья, а я вот говорю: ой, мама, мне это понравилось, ой, мама, я это хочу, ой, мама, какое оно красивое, ой, мама, я хочу пышное. Кстати, нам сказали такое, вот у нас там расчесочка, типа вторая линия выходит в первую линию, а первая линия во вторую линию. То есть, и мы вот так вот, типа, пышные платья берем, и вот так вот идем, идем. Ну,
так. Выбрал что-нибудь? Нет, еще не выбрали. Ну вот. А если вы, например, если у вас какие-нибудь есть для вас интересные там, например, вы там поехали куда-нибудь в интересный там, не знаю, что-нибудь интересное смотреть, тогда напишите в комментариях, как вам там было. Путешествие? Да. Ну да, еще на отдых люди поедут на каникулах новогодних, скоро будут уже новогодние каникулы, люди поедут кто-то куда-то отдыхать. Да. Ну, поделятся с тобой. Кстати, мне мальчик собирались подарить конфетки. То есть мне не подарили конфеты. Ну, два мальчика собирались мне подарить, но не подарили. Но зато потом, то есть завтра, то есть они мне принесли сегодня. Ой, не сегодня. Они не принесли мне конфеты. Потом, когда они мне не принесли конфеты, вот наступил вечер, потом на другой. Еще рано конфеты дарить, но Новый год еще пока. И вот они просто забыли. И подарил один мальчик мне вот такой браслетик, который я вам уже показывала. Кстати, напишите в комментариях, он правда золотой, либо нет. Я думаю, что он не золотой. Ну ничего себе, думаешь, такое золото тебе будет дарить мальчик. Откуда у него денег на такой браслет? А у них там очень много там таких браслетиков. Такой браслетик очень дорого будет стоить, если он будет золотой. Но... Я знаю. Гляньте, как он у меня. Вот красота. Вот мы вышли на улицу. Да, что-то как-то так сыро. Ух, ветерочек дует. Такой какой-то прохладный. Мы на тренировку идем. А мы на тренировку идем. Отведу тебя на тренировочку. Сама в магазин пойду. Тренировка 3 часа. Да, 3 часа. 3,5. Вот, мама тебя заберет уже. Ну, я вот на тренировке с вами попрощаюсь. Да не, попрощайся лучше здесь, там не будем в раздевалке прощаться. Ну ладно. Ну что, пришло время прощаться. Всем пока-пока! Ну, а я еще не прощаюсь. Мы еще продолжим снимать видео. Сегодня что-то, завтра что-то еще снимем. Вот. Ой, хорошо, что ветра как бы нету, да? Ну так, чуть-чуть где-то там подует временами. А так-то в основном нормальненько. Ну вот идем потихонечку, дышим воздухом. Все, девочки, я пришла домой. Зашла, вроде как там, мне казалось, там чуть-чуть в списке написала. Но опять, как всегда, захотела я вот эти вот, еще раз взять, вот эти вот премиум блинчики с томленым мясом. Но мне они понравились. И пускай они в морозилке лежат. Бывает иногда что-то хочется, не знаешь что. Вот это как раз то, что нужно. И взяла еще одну пачку вот этих блинов, которые разогрел со сметанкой, с вареницем. И кайф. Так, ну как всегда, хлеб. Любимая булочка венская моя. Масло сливочное взяла. Так, решила попробовать вот эту колбасу. Не знаю, Мираторг, краковская, ГОСТ. С мраморной говядиной. Ну, в общем, надеюсь, она мне понравится. Я что-то в последнее время, мне вся колбаса не нравится. Хочется какую-то варено-копченую и уже не знаю, какую брать. Так, взяла укропчик. Так, ну и скумбрию взяла. Балтийский берег. Это тоже, она еще может немножко полежать. Но так тоже в охотку захочется. Рыбку раз. Открыла, поела. Так, взяла вот этот компот. В прошлый раз я его брала, я его попробовала. Мне он очень понравился. Хорошее сочетание вишни и малина. И взяла натуральный йогурт. Так вот, попить иногда. Наполеон. Золотой колос я еще не брала. Мне просто интересно попробовать, насколько хорошо делать золотой колос вот эти наполеончики.
Это я уже на пробу взяла. Так, а вот это Данон. Решила творожный взять. Вишня, черешня. Мне тоже нравится вот это хорошее сочетание фруктов. И тоже вот такой творожный взяла Данончик. Ладно, пускай будет. Вот это тоже на пробу взяла. Смотрю, суфле в молочном шоколаде, пирожное. В бельгийском шоколаде. Не знаю, суфле. Захотелось попробовать вот это суфле. Так, мандаринков чуть-чуть взяла и огурчиков свеженьких взяла. Зашла еще в магазин Кущевский мясокомбинат. И у них сказали они, что у них повар поменялся, блюда поменялись. Взяла вот эти голубцы свиноговяжьи, хочу попробовать. Взяла две штучки на пробу. Теперь вот эта буженинка свиная, мне вот интересно попробовать. Похоже так с виду вроде на настоящую, на такую, какую я делаю. Но посмотрим, попробуем. Булочка с маком. Мягкая-мягкая, она еще даже была теплая, когда я в руки взяла. Много мака, но вот это мне нравится, вот это вот. Я ее так по чуть-чуть кушаю. И в ларёчек обратно вернули мой любимый ларек. Взяла кишмиш и взяла орешки. Орешки надо тоже по чуть-чуть кушать. Это очень полезно. Доброй ночи, девочки мои. Я уже вторую ночь не сплю. Потом днем отсыпаюсь. Ой, я даже не знаю, по нескольким причинам, наверное, по разным. Но, кстати говоря, у меня клацает вытяжка. У нас уже второй день очень сильный ветер на улице. Прям такие порывы, вот это клац-клац. Я все думаю, снимать не снимать, подожду, пока ветер прекратится. А он все не прекращается, не прекращается. Вот, а я уже вторую ночь вот засыпаю в 11, просыпаюсь в 2 часа. Потом под утро засыпаю опять, и, в общем, там еще час-два посплю, днем еще пересплю. В общем, непонятно что, и перемена погоды, и настроение, пасмурно, ветер, холодно. Конечно, у кого-то сугробы, у нас снег еще не выпадал, но уже вот на днях должен пойти снег, подморозит у нас, будет другая погода. Но я не об этом хотела поговорить с вами. Я пропустила один день, перескочила через один день, ничего не снимала вчера совсем, не было никакого вообще настроения, и поэтому не стала ничего снимать. Но а почему не было настроения, скажу вам. Я зашла в комментарии, прочитала комментарий один. Ну, я вам скажу, какой. Вот пишет одна девушка. Что панику из-за носков наводить? Спросите у Селены своей. Она их тестировала. Насчет носков, кстати говоря, хочу вам сказать уже. Я думала не возвращаться к этой теме, но вернусь. Значит, что на чем я закончила? То, что на четвертый день, да, или на третий день у меня там тоненькая кожица чуть-чуть слезла. И потом... Остальное там, где потолще, ничего не слазило, просто загрубило и все. В общем, как-то неприятно было. В итоге я взяла тазик с водой, отмочила ноги, взяла свою пилку вот эту. Вот она. Вот такая вот пилка у меня профессиональная, вот такая хорошая прямо. С одной стороны погрубее, с другой стороны она вот как тонкая наждачка. И все, исчистила буквально все вот это, и у меня стали чистые, в общем-то, ножички, стопа, и все прекрасно. Но потом я задумалась, а зачем тогда я тратила деньги на эти носочки? Я могла без этих носочков также ноги распарить и то же самое сделать этой пилочкой, как я делала это, в принципе, раньше. В общем, ну, для меня лично, я не знаю, как для кого, деньги на ветер. Я такие носочки брать больше не буду. Вот, но мне не понравился тон именно вот этого комментария. Вот с таким вот это тоном написано, что вы панику разводите. Спросите у Селены, она их тестировала. Ну, во-первых, я не смотрела это видео, где она тестировала. Если бы я его посмотрела, может быть, я и не стала бы тестировать это с одной стороны. А с другой стороны, ну, у нее свой канал. Она там тестирует много чего. Я не всегда мне удается эти тесты ее просматривать. Я влоги смотрю, иногда то, что мне интересно, смотрю. Но некоторые видео бывают где-то что-то могу и пропустить. Вот. Но у меня-то свой канал, у меня должно быть свое мнение, правильно. И я вот купила такие носочки, мне захотелось их протестить на своем канале. Я не должна все время спрашивать у своей дочки, а тестировала ты это или не тестировала.
ну, как бы мы живем вообще в разных квартирах, что она там делает, я не всегда все знаю. И поэтому у меня свое мнение должно сложиться. Вот у меня сложилось свое мнение про носочки, я вам все сказала, да. Для меня это была пустая трата денег. Ну, я зато я проверила, теперь я знаю. Дальше, читаю дальше комментарии. А зачем депиляция усов показывать? Это же личное. Девочки, депиляция усов личная. Вот я не пойму, а что тут такого личного? Опять-таки, я тестирую, во-первых, этот крем, да, депиляцию я эту делаю. А если я делаю пилинг лица, чистку лица, а что вот, я не пойму, здесь такого? Вот что я такого показала неприличного, личного? Намазала кремом, лопаточкой удалила. Вот я не знаю. Иногда я маски делаю, иногда уход какой-то делаю. А я ничего такого личного в этом не вижу. Я же не показываю свое там тело голое или еще что-то такое неприличное, да. Поэтому я вам даже пятки свои не стала показывать после этих носочков, потому что, ну, как-то вот мне вот этого не захотелось показывать. Вот это уже как бы личное. Я сама решаю, что мне личное, что мне не личное. Ну, просто вот какой-то вот так, знаете, я читаю один комментарий, другой, какой-то ряд комментариев пошел, где меня критикуют, где что-то там ищут какие-то недостатки, какие-то замечания делают. Вот еще один комментарий. «Хочу себя побаловать», – пишет мне девушка. Я ей отвечаю. У нас говорят «побаловать», «побаловать». Она мне отвечает. «Я помню, у вас у не сильно образованных, а вас много таких. У нас есть такой город, да». Вот я всю жизнь прожила, и вот как я привыкла говорить, я знаю, что некоторые слова, где-то ударение неправильно говорятся, но у нас так говорят, в нашем регионе так говорят, так привыкли с детства говорить. Если я начну сейчас пытаться исправляться, то я буду тогда повторяться. Одевать-надевать. Вот одевать-надевать буду повторяться, как вот эти слова тоже. Баловать-побаловать. Потом вот, например, есть такая песня. Баловать. Хочу тебя сегодня баловать. Ударение куда идет? Это песня всем известная, кстати говоря. Поется она вот с таким ударением. Значит, песню петь можно, сочинять с таким ударением, а говорить нельзя. У меня не федеральный канал, я не диктор центрального телевидения. Специально люди обучаются, чтобы говорить правильно, литературным языком. У меня не образовательный канал, у меня канал не для детей. Я никого ничему плохому не учу. Так что вот я как привыкла выражаться, так и выражаюсь. Если я что-то рассказываю, что-то быстро говорю, я тут думаю, какие слова подобрать, чтобы правильно выразиться. Но если еще думать о том, куда еще ударение правильно, неправильно, я же не в школе, ну что оценки мне ставить? Не знаю, поздно переучиваться, батенька, поздно в таком возрасте переучиваться. Так что уже как говорю, так говорю. Но если у кого-то ухо режет, как мне писали раньше, переходите на образовательные каналы, где вам ухо резать не будет. Меня уже переучивать поздно, так что я как выражаюсь, так выражаюсь. Я как научилась с детства говорить, так я и говорю. Так что, девочки, уж не обижайтесь на меня и... Хотите, обижайтесь, хотите, не обижайтесь. Ну, вот я вот тоже хочу обратную связь вам дать, потому что получается, что мне постоянно делают какие-то замечания, к чему-то придираются. Вот некоторые, наверное, смотрят канал и думают, к чему придраться, чтобы такую какую-нибудь гадость написать, чтобы человеку настроение испортить, чтобы человек перестал просто снимать, и все. Наверное, этого ждут. Но вы подумайте о тех людях, кто... ждет моих видео, кому нравится мое видео, которые пишут мне хорошие комментарии, люди большие. Большое вам спасибо за поддержку, она мне очень-очень нужна в таких ситуациях. И вот еще один такой вот комментарий. Зима, хорошее время отпустить волосы, сделайте стрижку, как у сестры. Она у вас великолепно выглядит, а вы сдаете последнее время. Хотя у вас маленькая разница в возрасте, надо что-то делать срочно, пора меняться. Вот тон, с которым написан вот такой комментарий. Вот, сделайте стрижку, как у сестры, она у вас великолепно выглядит, а вы сдаете. Девочки, я, во-первых, старею, а не молодею. И если я сдаю, это нормально в моем возрасте. Это во-первых. А во-вторых, я снимаю влоги.
И во влогах я выгляжу по-разному. Я выгляжу, естественно, вот буднично, так сказать, в повседневной своей жизни, какая есть. Проснулась я там, где-то заспана, где-то я не накрашенная, где-то, может быть, я не выспалась там или еще что-то. Ну, всякое может быть, да. Я бываю разная, я снимаюсь разная, и не всегда у меня такое праздничное прям внешний вид. Вот я не всегда накрашенная. Вот сейчас не накрашенная, губки только подкрашиваю, и все. Поэтому, ну, сдаю, не сдаю, что делать такая, что-то надо делать срочно, вот, хорошо, сестра замечательно выглядит, я рада за мою сестру, мы разные люди, у нас, ну, по-разному живем. Она работает, на работу ходит, она встает каждый день, красится, ну, там, каждый день, там, или когда, у нее молодой человек, мужчина, с которым она живет, тоже как бы есть вот стимул. Ну, у нее совсем, она совсем другая. Она не снимает влоги, и вы не видите ее, когда она не накрашена в обычном повседневном своем внешнем виде. Да? И вот что значит сделать стрижку, как у сестры, отпустить волосы. Я не хочу отпускать волосы. Потом у меня, я уже говорила, почему я стала перекрашиваться в блондинку, потому что у меня очень много седины. И она у меня только чуть-чуть отрастает, начинает блестеть. Волосы вырастают очень быстро. И когда уже я вот еще была темная, и у меня седина вот вылазит, каждые 2 недели я не могу красить волосы, корни подкрашивать. Они начинают блестеть, и уже не видно, видно становятся белые корни. По этой причине я и стала уже осветляться и перекрашиваться. Сейчас вот у меня, если корни отрастают, по крайней мере, они так не бросаются в глаза, отросшие вот эти вот мои корни. И потом мне очень удобно с короткой стрижкой. У меня очень густой волос, быстро растет. И у меня даже зимой не то, чтобы летом. Летом вообще вот у меня мокрый затылок постоянно. Зимой даже в магазин зайду, уже у меня тоже вот все. Вот. И вот отпускать волосы я не собираюсь, перекрашиваться в черный цвет я не собираюсь. У меня мой внешний вид, это мой внешний вид. Вот он мне нравится, он меня устраивает, он мне подходит, и я им довольна совсем. А, кстати говоря, девочки, поддержите меня, те, кому нравится, как я выгляжу, кому нравится моя стрижка, мое лицо, я не знаю, ну, мой внешний вид. И, в общем, критику я всю услышала. Можете дальше не продолжать меня критиковать. Но вот я хочу обратиться к тем, кому нужны мои видео. Кому нравится, как я выгляжу, что говорю, как говорю. И, в общем, кому нравится то, что я снимаю. Мне нужна ваша поддержка, потому что у меня и без этого бывает. От того, что плохая погода, просто может на меня навалиться депрессия. Я стараюсь с ней бороться сама, и мне какая-то поддержка, она мне, конечно, очень бы помогла. А вот критика, она меня просто уже загоняет еще глубже в ту депрессию. И я уже вот иной раз подумываю, может быть, я слишком часто видео снимаю, может быть, надо сниматься пореже, может быть, там раз в неделю, 2 раза в неделю. Я уже даже не знаю, что придумать. Хотя, с другой стороны, я читаю другие комментарии, где люди действительно ждут моих видео, где людям нравится все, которые вот прям как со мной пообщались, как с подругой. Вот, ну, есть такие вот люди, которым нравится. Вот ради таких людей я должна продолжать, я продолжаю это видео снимать. Вот, собственно говоря, сейчас я высказалась, мне легче стало, и теперь я могу просто теперь уже успокоиться и продолжать снимать уже, вот следующее видео уже будет совсем на другую тему. К этой теме возвращаться больше не будем. Вот, я все сказала. Теперь мне стало хорошо. Вот на этом, девочки, на этой хорошей ноте я хочу и это видео все-таки закончить. А то оно что-то у меня растянулось. Вот я его начала, и потом раз, оно как бы вот так вот у меня зависло. И сейчас я уже его заканчиваю, чтобы его уже смонтировать, чтобы вы его уже увидели. И хочу сказать еще. Мне уже поступают вопросы и в Инстаграме, и под предыдущим видео, на которые я уже буду отвечать в отдельном видео.
вопросы и ответы. Если кто-то вот это увидит видео, вопросы, если какие-то ко мне поступят позже, чем я уже сниму, то тогда на те вопросы я просто отвечу уже в каком-то влоге, в следующем влоге, допустим, да, отвечу на те вопросы, на которые я не успею ответить в видео «Вопросы и ответы». Вот, а теперь все, действительно, и на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока.